Два дня ульяновцы, представители правительства и ряда предприятий работали в Белоруссии. Главная цель – найти новых бизнес-партнеров и расширить границы социально-экономического сотрудничества. Первым делом ульяновцы отправились в Гродно, где проходил масштабный форум регионов Белоруссии и России. Обсуждали дальнейшее сотрудничество двух стран, а самое главное – совместное противостояние западным санкциям. Наш форум регионов стал неотъемлемой частью системы российско-белорусского стратегического партнерства. С каждым годом межрегиональное сотрудничество продолжает набирать обороты, и мы вышли, конечно же, уже на качественно новый уровень межрегиональной кооперации. Ульяновск намерен налаживать промышленную кооперацию с республикой. Отдельные договоренности есть по наращиванию товарооборота. Общая задача – увеличить этот показатель минимум на треть. Есть и новые направления для социального, культурно-гуманитарного сотрудничества с Минском. В Минске также провели переговоры с компаниями-дистрибьюторами ульяновской продукции. На белорусскую землю местные производители регулярно поставляют легковые автомобили, мебель, предметы интерьера, металлоконструкции и двигатели. По итогам прошлого года экспорт из региона в Беларусь составил 33,5 миллионов долларов США. На данный момент растет интерес у соседней страны к ульяновским прохладительным напиткам. Хотя у нас Трехсосевский давно поставляет устойчиво в Белоруссию, но не хватает объемов, и есть запрос от компаний из Беларуси. Значит, здесь мы, Виктор Ильич, просили вас тоже в этом отношении оказать определенную поддержку. И, может быть, вот в этом сегменте, по которому есть сегодня запросы, а здесь традиционными лидерами являются Белгород, значит, Брянск, который пищевой продукции много производит и поставляет. И здесь вот мы могли бы тоже поработать. Губернатор поставил задачу увеличить товарооборот между регионом и страной более чем на треть. В этом поможет российский экспортный центр. Специалисты центра поддержат ульяновские компании в участии в гостендерах крупнейших госкомпаний-партнеров. Также ульяновцам показали индустриальный парк «Великий камень». В плане сторон подписать соглашение о сотрудничестве особых экономических зон. А резидентам парка ульяновцы могут предложить локализацию некоторых компонентов в регионе. Тем более, что в Ульяновске есть где разместить новые производства. Специально для новых инвесторов на промзоне строят 4 производственных корпуса площадью 45 тысяч квадратных метров. Наша делегация, я считаю, отработала на 5 с плюсом. Мы провели переговоры с крупнейшими машиностроительными предприятиями Республики Беларусь. Лично познакомились с руководством, договорились о том, что они отправят ответную делегацию к нам. Позже с председателем Минского горосполкома Владимиром Кухаревым договорились о расширении сотрудничества в сферах образования, здравоохранения и культуры. Анна Тищенко, Улправда ТВ.